Сегодня весь день в Чувашии бушует метель. На ликвидацию последствий сильного снегопада брошено максимальное количество дорожной техники и рабочей силы. Снегоуборочная техника на улице Чебоксар вышла в 6 утра. На улицах одновременно работают 24 самосвала. На расчистку тротуаров и остановочных площадок направлено 23 трактора. В частном секторе работают 13 единиц техники. Снегопад, как прогнозируют синоптики, продлится до 3 часов ночи. В ночную смену с 20 часов запланирован выход 66 единиц спецтехники. 26 комбинированных дорожных машин будет задействовано на подсыпке и подметание дорог. 16 тракторов будут направлены на расчистку тротуаров вдоль магистралей. На этот момент известно, что из города вывезено более 5000 тонн снега, а с начала зимнего сезона уже почти 12 тысяч. Администрация убедительно просит не оставлять автомобили там, где они будут мешать уборке снега, вдоль трасс, на выездах с прилегающих территорий, около больших торговых комплексов.